В китайском сухом порту Сиань запустили строительство казахстанского логистического центра. Выступая на церемонии запуска, глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что с начала года транзит грузов увеличился на 35% и превысил 7 миллионов тонн. Для дальнейшего развития перевозок необходима дополнительная инфраструктура, сообщил президент. Ожидается, что этот хаб соединит регион Шэньси с Казахстаном и Центральной Азией. Далее он откроет дорогу в Европу, Турцию и Иран. За последние 15 лет наша страна инвестировала в эту отрасль 35 миллиардов долларов. Мы создали казахско-китайский логистический центр в порту Ляньюньган, открыли новые железнодорожные маршруты, начал работу сухой порт Харгос «Восточные ворота». На Каспийском море создана современная инфраструктура. Можно сказать, что эти меры являются частью проводимой работы. В прошлом году между двумя странами было перевезено 23 миллиона тонн грузов по железной дороге. Это беспрецедентный показатель. Как отметил президент, в следующем году через сухой порт будут перевозить электронику, автомобили, текстиль, одежду, обувь и аксессуары, пищевые и сельскохозяйственные продукты, стройматериалы, а также металлы и химическую продукцию.